Движение наше в нашем регионе очень слабенько развивается, очень активно оно преследуется по закону, потому что, по моему мнению, нет дисциплины. Поэтому мы как бы и решили создать именно саму дисциплину в городе. Почему мы хотим это организовать? Ну, по одной простой причине, чтобы был у ребят именно спортивный интерес, чтобы ребята себя вели культурно, чтобы ребята приобщались ко всему, чтобы ребята не шабили по гаражам, подвалам, а именно занимались строительством, чтобы в человеке развивался интерес, чтобы в человеке строилась личность как инженера. Поскольку нам надоело кататься на парковке, во-первых, там неинтересно, во-вторых, приезжают сотрудники полиции, гоняют нас, говорят ехать в поле, мы решили создать конфиг в поле. Вот, собрать участников, устроить мини-соревнования, закупили призы, закупили грамоты. Обделенным никто не останется, поэтому все приезжайте, участвуйте, не бойтесь. Ну, получилось так, то, что попали на тайм-атак, и с ребятами я познакомился, в частности, с Саньком. Позанимались один год, второй год, и как-то хотели продвинуться больше в дрифте. По этому поводу решили сделать трассу. Ребята, ну как бы подтянули, оповестили меня. Говорит, хочешь, нет. Ну, я согласился, естественно. В общем, сама идея дрифта, ну, появилась, когда однажды приехал на парковку. В общем, понравилось. Именно управляемый занос, получение какого-то, ну, своеобразного опыта. В общем, покатались. Подрифтили, пришли к тому мнению, то, что уже надо уходить от парковок, то, что уже нужно это, ну, типа, делать своего рода какую-то спортивную дисциплину. Давно катаемся на парковках, это уже все надоело, мест мало, чужие люди, машины, вот. И, короче, охота на соревнованиях покататься. Настал день долгожданных соревнований, и вот народ много собралось, и посмотрим, кто сегодня победит. Когда мы будем биться? Давай. Биться? Биться! Будем биться? Да.
send me voice sweet like honey. Pick up me big friend, you know that I'm sunny.